Как запрограммировать дату публикации? Бывают такие случаи, когда, например, вы, например, вот бывает такое, когда пришло вдохновение, да, и у вас прям тема за темой. Бывает такое. Если вы еще такое не испытывали, обязательно когда-нибудь наступает. И вот у вас куча идей для статей, вы уже вот прям вот готовы прямо сейчас писать. На самом деле вываливать все на блог одновременно – это нехорошая идея, поэтому лучше вот все ваши как бы темы, которые вы сейчас в голове есть, вы можете, пока есть вдохновение, да, написать статьи и запрограммировать дату записи. Либо второй вариант, когда, например, вы куда-то собираетесь и знаете, что у вас не будет доступа к интернет, да, к компьютеру, вы не сможете вовремя опубликовать какие-то статьи, вы можете тоже заранее их написать и запрограммировать на публикацию на определенную дату. Такое тоже возможно сделать. Итак, как это сделать? Опять же, в блоке «Опубликовать» у нас есть строчка «Дата». Значит, смотрите, дата, опять же, напротив даты нажимаем на ссылку «Изменить» и, соответственно, в полях прописываем вплоть до минут, да, то есть дата, точнее, день, год и время. Нажимаем «Ок» и «Обновить». Здесь очень важно один момент учесть.